Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 25 сентября 2022 года, и я продолжаю наш цикл «Пять композиций с авторов ожившей поэзии». Этот выпуск я посвящаю творчеству замечательной поэтессы, нашего соавтора, королевы романса Вероны Шумиловой, и мы готовим из этого цикла книги. Это будет вторая книга, которая будет называться «Верона Шумилова в ожившей поэзии. Выпуск 2». И в этом цикле, в рамках подготовки этой книги, это уже 16-й, по-моему, выпуск, вполне достаточно для полноценной книги. Но у нас с Вероной Шумиловой очень тесный контакт. Я очень люблю ее поэзию, а она, видимо, любит мои романсы, мои композиции, поэтому мы, ну, наверное, уже более 550 есть у нас композиции, романсов, обзоров, концертов на стихи этой замечательной поэтессы. И сегодня вы услышите такие произведения на стихи Вероны Шумиловой. «Падают листья кленовые, падают, затем еще вчера, еще вчера, далее среди осенних дождей, затем звонок в ночи». И закончим мы этот выпуск композиции на стихи Вероны Шумиловой, которая называется «Я ухожу». Музыка исполнения везде Самуила Фрумовича. Видео тоже в основном наши, но могут быть и из интернета. Итак, начинаем. Начинаем этот 16-й выпуск в рамках подготовки второй книги с композиции «Падают листья кленовые, падают». Музыка исполнения везде Самуила Фрумовича. Стихи везде. Thank you.
Тьма гуляет надо мной.
на стихи замечательной поэта Сидора Шумиловой. Композиция называется «Средиосенние дожди». Музыка исполнения Сидора Шумиловой, цикла «Ожившая поэзия».
Thank you.
Друзья, заканчиваю этот замечательный концерт на стихи королевы романса Вероны Шумиловой. С вами был Самуил Фрумович. Всем доброго, до новых встреч.